Каспи Редл. Часто покупать лекарства? Раньше около 2-3% было, это 3 года назад. Сейчас динамика идет на увеличение. Сейчас у меня около 18% потребителей покупают через Каспи Редл. В кредит лекарства? В кредит лекарства. Это дорогие лекарства они покупают или как? Я когда изначально принимал решение о том, что я введу вот Каспи Редл, я от этого вот я и отталкивался. 70-80 тысяч, потому что есть препараты. Но я когда смотрю и вижу отчет, я вижу, что там и за 700 тенге, и за 1500 тенге, и за 300 тенге покупают в рассрочку. Мы когда говорим об этом, власти нам не верят. Но мы когда первосторонники продаем людям лекарства, они говорят, это мне дорого, можно по пластиночке? Хорошо, давайте по пластиночке, мы продаем пластиночкой. Некоторые даже отрезают от блистера там 5 этих таблеточек продают. Вот в каком положении у нас граждане. Угу. Поэтому у нас государство, оно, не зная весь этот бизнес-процент, не зная, не видя всей правды, оно будет всегда ошибаться и всегда будет принимать неправильные решения.